Приянка Чопра, вероятно, единственная звезда Болливуда, которая воспринимает свое пение вполне серьезно. На самом деле она стремится сделать себе имя в качестве певицы на международном уровне. Ее треки «In My City» и «Экзотик» были довольно популярны за рубежом. Приянка раньше пела в тамильском фильме «Путь назад» в 2002 году. Молодая Алия Бхатт разносторонне одарена. Помимо великолепных актерских способностей, у нее также хороший голос. Алия Бхатт поет версию «Самшхавана» и «Шалтая» «Шармыки Духания». Если Алия умеет петь, как можно оставить позади Шрадху Капур? Шрадха Капур поет песни в своих фильмах. Шрути Хасан. Опытная певица и спела несколько песен в южноиндийских фильмах. Она спела пару песен в своем дебютном фильме «Лак». Абхишек Бачан. Есть еще много песен, которые были спеты болливудскими актерами, актрисами, хотя и не такими популярными, как эти. Одна песня, заслуживающая упоминания, из фильма «Блуфмастер», который пели Абхишек Бачан и Суниди Чаухан. Это был отличный трек, который стал довольно популярным в то время. Амир Кхан положил начало новой тенденции. Атик Я Кандала Амира Кхана из фильма «Гулам» была популярна. Это был неофициальный гимн, а также увеличил популярность ланавлы и хандалы как туристического направления. После этой песни даже другие кханы последовали его примеру, но ни одна из их песен не была так популярна, как эта. Шахрух Кхан спел несколько песен в своих фильмах, более популярным из которых является трек «Апун Болоту Мэри Лейла», песня из фильма «Джош». Амитабх Бачан пел несколько песен в своих фильмах. Самые популярные были из фильма «Любовная связь».